припев песни «Самый лучший день» красноярцы исполняли десятки раз. Все для того, чтобы потом режиссер отобрал лучший дубль. Чтобы такой стихийный караоке-хор пел энергично и весело, съемочная группа пригласила известный комедийный дуэт «Боня и Кузьмич». Согреть народ, да, немножечко дать им эмоции, чтобы они тоже отдали свои эмоции в камеру. Раскрепостите, мы показываем свои номера, свои маленькие зарисовки, клипы, которые мы тоже очень любим снимать, и народ это знает. Чтобы отвлечься от основной песни и зарядиться позитивом, красноярцев заводят с помощью другого известного хита. Вот кадры со съемочной площадки. Главные роли в фильме о поисках любви исполняют Дмитрий Нагиев, Михаил Боярский и Инна Чурикова. В картине много песен. Вот, например, такая массовая сцена под дождем. Красноярск – это третий город, где прошли съемки финального клипа, фильма на песню «Самый лучший день». До этого такие массовые караоке-площадки организовали в Нижнем Новгороде и Тюмени. Везде проходит очень ярко, очень весело. Вот даже в Красноярске, несмотря на то, что погода нам немножко подпортила планы наши, мы думаем, что все-таки не дособерем то количество участников, которое хотелось. Но зато те, кто пришли, они просто прекрасно. Они поют, у них все получается с первого дубля, танцуют. А очень активный город. Впереди у съемочной группы еще 7 городов. Как обещают создатели фильма, в городе, где будет снят лучший эпизод, состоится премьера картины. Победителям не исключено, в гости на премьеру приеду я, чтобы спеть вместе. Ну уж как получится. До встречи. Премьера фильма намечена на конец декабря. Пока съемки, монтаж и, конечно же, самый лучший день. Андрей Стародын, Всеволод Никитин. Новости.